Всем привет! Проходим кампанию паломничества. Паломничество на планете Марс. Сейчас ко мне рандомно должны еще двое чуваков подключиться. Серьезно? Я один? Расчистите путь, а я пока найду дорогу в комплекс. Я один, ну ладно. Мы и раньше встречались с военными ИИ, но ведь Икора говорила, что Распутин на земле. Вдвоем-втроем будем. Операции в разных частях вселенной одновременно. То есть все то время, когда Авангард пытался поговорить с ним на космодроме... Они видели всего лишь фрагмент Распутина, который уцелел после коллапса. Но его ядро всегда было здесь. Блин, надо поближе подойти. Граната. Как ты, зараза. А. Контрольная точка. На, в рукопашном бою прям завалил.
суперзаряд появился. Да что ж, надо было заряд использовать было, ладно. Все отлично. Кто там? Цель достигнута. Я здесь. Я и вправду здесь, не верится. Кловис Брей. Я дома. Доступ запаролен. У меня есть пара приемов. Хоть что-то во мне есть от семьи. Личность подтверждена. Доктор Анастасия Брей. Добро пожаловать в исследовательский комплекс Кловиса Брея. Легендарную колыбель инноваций на Марсе. Вы свидетель важного исторического момента. Вместе мы дотянемся до звезд и дальше. Помните, вы Кловис Брей. И мы в деле. Угу, вон туда надо идти. Похоже, что ядро Распутина в другом строении. Надеюсь, ты не прочь прогуляться? Этот комплекс просто огромен. Пирамида. Мы масштабно мыслили. Я многого не знаю о своей семье, но это мне известно наверняка. Я зафиксировал присутствие улья. Они проникли в ядро. Я этим займусь. Попробую подключиться к системе безопасности. Угу. Мне туда надо. Бегут, бегут.
Кто-то там бежит. Блин, сейчас... Нет, я жив. Офигеть, я думал, все, я сейчас умру. Мне повезло. Щит. Все, завалил их. Что у нас с системой безопасности? Я еще не закончила. Держитесь. Воу-воу-воу, не перелететь, самое главное, чтоб лишнего. Эх, нифига себе, по трубам надо пробежать. У нас серьезная проблема. Давай же, Распутин, не подведи меня. Это Валькирия, оружие Распутина. Думаю, он услышал нас. А куда бросить? Фига, новое оружие дали. А как? Так. Мне надо узнать, как этим оружием юзать, работать. Контроллер, управление. Клавиши, вот. Стрельба, перед ближний бой. Классовая способность. Так. Фига себе, щит, типа щита, круто. А что еще есть? Уклонение в воздухе.
Так, типа все, я это. А можно еще получить как-то. О! Этих стрел круто. А, они бесконечные. Так, еще раз. Да ё-моё. Быстрее бери! А! Охренеть, я выиграл, что ли? Быстрее! Так, фу, блин, вроде всех завалил. Крутое оружие. Анна, дверь открылась. Это ты? Нет, он приглашает нас внутрь. Возможно, здесь мы наконец получим ответ. Здравствуй, страж. О, черт. А это кто у нас? И что, по-твоему, ты делаешь? Ты представляешь, насколько опасна эта затея? Что ты хотел сделать с Распутиным? Распутин — дело авангарда, Анастасия, не твое. Тебе здесь не место. Прошу прощения. Твое место в городе. Но вместо того, чтобы помочь своим братьям и сестрам, когда напал Гоул, ты была здесь и занималась тем, чем всегда. Тем, что делать не положено. Я делала, что считала нужным. Я здесь, чтобы защитить человечество. Не это ли предназначение стражей? На войне не один фронт. И сражаться можно по-разному, Завала. Слушай, ты хочешь защитить весь мир. Не выйдет. Должен быть другой способ. Думаешь, этот способ Распутин? Он замолчал. Он сломанное оружие. Такое, что не бросишь, но и сражаться им нельзя. Может, ты прав. Или ему нечего сказать. Или мы просто никогда не спрашивали, чего хочет он. У меня нет времени обсуждать это еще раз. Какое право? Право у меня есть. Ты не понимаешь, что связывает меня с Распутиным. Позволь, я тебе покажу. Так. Пора бы нам разобраться, что издает этот звук. Я знаю, что это. Распутин не единственное, что проснулось на Марсе.
Колония под. Типа это еще одна очередная база. Да, на Марсе. Анна Брейн поможет их раскрыть. Мне надо к Анне Брейн. Так предполагает она. Так, вот там он. Нет? Где это Анна Брейн-то? Угу, вон туда. По-моему, это Анна Брейн. Это да. Место видало деньки и пол. Тебе чем-то помочь? Откройте для себя Марс. Я просматривала архив данных Распутина и обнаружила белое пятно в его искусственной коре. Данные оттуда не стерли. Его мозг подобен нашему. Скорее, их подавили. Ну, кто-то скажет, что простым смертным не пристало копаться в подавленных воспоминаниях военного ИИ. Но ты не смертен и не так-то прост. Это комплимент, кстати, если вдруг не ясно. Мы разгадаем эту загадку. Окей. Приведи Ули к нему, и он соберет всю необходимую информацию, чтобы помочь нам обезопасить планету. Я думала, все кончено. Но Распутин... Я не знала, ответит ли он. Конечно, я надеялась. Но кто же его знает? А то копье. Ух. Лучше подтверждения не могло быть. Наша главная проблема — зол. Улей стал таким, как сегодня, благодаря темным сделкам с червебогами. Зол — один из них. Я говорила с Завалой. Он что-то придумал. Против этого зол не устоит. Если что, я здесь. Так, смотрим теперь поручение. Пустотной энергии. Не торопись. Так. Вам необходимо что-то, что может привлечь внимание Зола. В ЕМЗ был обнаружен фрагмент странника. Захватите его. ЕМЗ. Я вижу, тебе не терпится попасть на передовую. Понимаю. Это заложено в тебе природой, Титан. Уничтожить Зола, пока он не уничтожил нас.